Вот он и начинается сезон дождей на юге Испании. Дожди льют целыми днями. Честно говоря, без машины жить очень-очень-очень сложно. Потому что дождь идет и днем, и ночью. Детям надо в школу идти, на работу, кому там на музыку, спортзал. Без машины просто, я вам скажу, никак. Если нет машины, я вообще не представляю, как мы раньше жили, не имея автомобиля. Это ужас. Ну как-то выживали. А теперь я не знаю покоя. Не выспаться не могу. То и в школу, то на музыку, то еще куда-то. И постоянно ты на ходу. Еще ж надо и свои дела решать, своя работа. Так что сезон дождей довольно-таки противная штука. Он начинается в конце января и может продолжаться до конца февраля. Вот так вот представьте, месяц, целый месяц, день в день идут дожди. Бывает, он вообще не прекращается, льет как из ведра. Бывает так, час идет, час не идет. Вот сегодня ночью лил, с утра лил, прекратился на часик и опять полил. В основном прекращается в тот момент, когда ты кого-то куда-то начинаешь вести, только выезжаешь и дождь прекращается. Только приезжаешь и дождь опять начинается. Так что, чтобы вы знали, юг Испании, январь-февраль не самое лучшее место для посещения этих регионов.